Иди сюда. Иди, иди сюда, иди, смотрите что. Иди сюда, не уходи. Иди на. Ты мой зайчик. Ты скушал. Господи. Покажи, что там у тебя сзади. Покажи сзади. На. Смотрите, что у него сзади. Пес. Назвали мы его Бруно. Бруно, ну, я думаю, видна проблема, да? Невооруженным глазом. Он, получается, на границе Брянской и Смоленской области был, да? Километров от Брянска. А, ну, Брянск, в общем, получается. Ну, у Бруно здесь, смотрите, на всякий случай, это лайфхак для тех, кто, ну, нашел животное, ошейник у вас нет. Вот Елена повязала, мы сейчас снимем. Сейчас мы уже одели поводок, Елены не было. Она сделала вот такой импровизированный ошейник, а не поводок, и загрузила Бруно в машину. Бруно у нас... Покажи, зайка. Ну, трудно так посмотреть, конечно, но как будто разрезано. Он, может быть, под какой-то профлис залезал, не знаю. Как будто у него там опухоль раковая, и она разрезана. В общем, будем спасать, лечить парня. Худой. Дрыщ, я бы назвала тебя, а не Бруно. Ну, ничего. Скажи, откормимся, да, на вашей каше. Покажи зубки. Подожди. Но зубы хорошие. Ну все, вот, приняли, парни. Будем лечить. Держите кулачки. Поддержите Бруно кулачками, рублем, кто чем может. Друзья, выглядит так себе, мне кажется. Вот идет лужу, ищет, чтобы попить. Сейчас уже попил из лужи. Идем заселять его в бокс. Мне кажется, особенно мужчины, наверное, будут как-то солидарные с ним, как я не знаю. Ну, больше жалко им будет его, конечно. Мне очень жалко. И хорошо бы, чтобы все это было без метастаз. Возможно, было удаление нормальное, потому что много здесь капилляров будет, скорее всего. Ну, ладно. Отвезем к врачу, узнаем все. Держите кулачки. В бокс Варвары. Угу. Бруно, не съешь нас. Все, цепляем тебя, Эфу. Держи. Подожди, пока он поест, а то что упадет. Только будет, надеюсь, что нет. Ну, надеюсь, что нет, но лучше не осталось. Бруно давно не ел, сейчас он поест, а мы ему снимем импровизированный ошейник. Очень вкусно. Вот они. Его проблемы основные. И худоба. Худоба не последняя проблема. Все, зайка, все. Пока хватит. Иди воды попей, сытнее будет. Бруно большой парень. Мы голодных не кормим сразу по много, но Бруно большой, и ему не хватило. Погоди. На. Господи, чуть руку не оттяпай. Все, вот теперь он наестся и будет спокойненько спать, отдыхать. А к врачу поедем уже завтра. Сегодня пришлем фотографии, а завтра поедем решать нашу проблему. Так что, все, доброй ночи, Бруно, отдыхай. Бруно, что хвостиком виляешь, довольный? Да, вот это аппетит.